первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за такую теплую поддержку. Я думаю, завтра наберется, наверное, огромный аншлаг. Готовимся упорно, хотим доказать словакам то, что первая игра — это не случайность, и сохранить лидерство в группе. Конечно, это очень тяжело еще с учетом того, что дороги, тяжелые дороги, далеко лететь, там 6 часов. Но мы готовимся, у нас есть силы еще, и будем биться до конца. Конечно, немного расстроились из-за того, что мы велись только до 84-й минуты и потом пропустили такой обидный гол. Расстроились, но все равно ничья на выезде тоже хорошо. Надеемся, что их дома обыграем. Ну, в принципе, мы готовы были к тому, что они будут держать мяч, а мы действовать на контратаках. Но на завтрашнюю игру мы еще не знаем, мы еще свою тактику не знаем. Их еще заново не разбирали. Так что посмотрим, как будет. Дорогие болельщики, приходите завтра на матч. Нам нужна ваша поддержка. Такая же поддержка, какая была с Азербайджаном. Вы нам очень нужны.